Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Одна семья из штата Техас перед Рождеством решила украсить дом к празднику. Как полагается, они купили много гирлянд и украшений. Даже поехали за елкой. Выбрали самую красивую и большую. Особенно обрадовалась дочка. Они привезли ее домой, вместе весь вечер украшали и положили под елку подарки, чтобы потом вместе их открыть. Но елка оказалась не обычной, а сюрпризом. Она прятала в себе маленькую сову. У Кэти Макбрайт Ньюман вместе со своими детьми, 10-летней Индией и Джеком, был совместный ужин. Индия пошла убираться со стола после окончания трапезы. Она убирала тарелки со стола, как вдруг уронила одну, и та разбилась. С соседней комнаты мама только и услышала, как девочка вскрикнула. Как сказала Кэти, девочка подошла к ней, вся вне себя от страха, и сказала, что ее напугала елочная игрушка. Мама решила, что дочка просто не любит сов и прочих игрушек-птичек. Кэти убеждала дочку, что все напрасно и тут нечего бояться, ведь это всего лишь игрушки. Но, как оказалось, девочка была права. Американка рассказала, что сова оказалась вполне себе настоящей, живее некуда. Тогда женщина подошла к украшенной блестящей елке, как одна из игрушек повернула к ней голову и открыла глаза. И тогда она поняла, что это настоящая сова. Они подумали, что сова попала к ним в дом вместе с деревом. Они купили елку еще в ноябре после Дня Благодарения. Получается, хищная птица жила там уже давно. Первым же делом птицу заметила маленькая дочка. Она приняла ее за игрушку и очень испугалась, когда она открыла глаза и ожила. Она совсем не ожидала и очень испугалась, прям до слез. Она рыдала от испуга целый вечер, но когда успокоилась, то поняла, что сова оказалась абсолютно безобидной. Только вот дом семьи наотрез отказывалась покидать. Сову пытались отослать на выход, но не тут-то было. Семья даже оставила на ночь открытыми все окна в доме, чтобы выгнать сову. Но птица не стала улетать. Тогда они вызвали специалистов. В службе им предложили положить птице немного сырой курицы, чтобы она поела. Ничего не получалось. Тогда сотрудник центра лично приехала к ним домой и определила, что их игрушка на елке – это североамериканская совка, которая часто встречается на территории их штата. Она оставила им инструкции и уехала. Птицу заперли в клетке до темноты, а потом выпустили в лесу. Наконец-то она улетела на свободу. Теперь она спокойно живет в лесу. Дочке Кэти бояться больше нечего. Вот такое весьма странное приключение с живым украшением. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.